Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «У полі зору транспорт». Сьогодні ми будемо говорити на актуальні питання транспортної галузі Миколаєва. Разом зі мною в студії експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури Ігор Житінський. Доброго вечора. Добрий вечір. Сьогодні ми будемо говорити про такі питання. Перше, наш муніципалітет прийняв рішення щодо придбання декількох десятків нових бувших у користуванні тролейбусів «Шкода», які були задіяні в Чехії. Як ви до цього ставитесь? Яка ваша думка? Це треба було робити, чи це, можливо, такий вимушений крок? Ну, однозначно, якщо щось робиться для горожан, для громад, це є вже однозначно великим позитивом. Вопрос заключается в том, что насколько это целесообразно и экономично, но это, тут можно уже порассуждать, посмотреть с разных сторон. С точки зрения, если брать подход городских властей, они понимают прекрасно, что государственной политики поддержки муниципального транспорта в городах не существует, которая бы стимулировала выпуск бы современных отечественных автобусов, и которые бы целенаправленно передавались бы городам для обновления подвижного состава, и, скажем так, чтобы они были более модернизированы, более, скажем так, нового поколения, то городам приходится заниматься этой работой самим из тех скудных ресурсов, которые у них есть. И, скажем так, в той экономической ситуации, на которой находятся города, без государственной поддержки, я считаю, что это неплохой выход, который нашел город, использовать модернизированные чешские троллейбусы, тем самым дать горожанам выбор либо ездить муниципальным транспортом по более дешевой цене, либо ездить на небезопасных маршрутках, которые, скажем так, по возрасту ничем не моложе тех троллейбусов, которые были приобретены в Чехии. Ці тролейбуси, які я бачив, коли ми знімали цей сюжет, вони були 89-го року випуску і, на мій погляд, не професіонала, вони в дуже хорошому стані. Скажіть, будь ласка, а як взагалі, яка процедура надходження такої техніки, з, наприклад, за кордону в Україну? От як вони з'являються і чому вони в такому хорошому стані? Ну, щоб ми розуміли, по регламентам Європейського Союзу подвижний состав має періодично обновлятися. У них, скажем, подвижной состав, который более 10 лет работает на городских улицах, он облагается экологическим налогом, так как является это сигнал того, что транспорт устаревший, он дает большие выбросы в атмосферу, не экологически чистый. И для представителей стран Европейского Союза им проще по нулевой себестоимости списать бэушный троллейбус, чем платить этот экологический сбор, которые, ну, десятки тысяч евро стоят. Поэтому они списывают бэушные троллейбусы. Фирма, которая берет на себя техническое сопровождение, покраску, ну, фактически делает полное ТО, возвращает его к жизни, полноценно, и он выходит на наши улицы. С точки зрения, конечно, бы, наверное, бы всем бы нам бы хотелось чтобы приходили не бэушные трамваи, троллейбусы, те же автобусы. Но мы должны четко понимать, если городские власти закупали троллейбус по цене 730 тысяч гривен за единицу, то единица, скажем, в Европе нового троллейбуса, это идет от 800 тысяч евро стоимость нового автобуса. Понятно, что бюджеты не... какого города в Украине не смогут позволить себе купить европейские новые автобусы, троллейбусы или так далее. Хотя надо сказать правду, что в Украине есть чем гордиться. Наша корпорация Богдан Моторс выпускает электробусы, которые поставляет в страны Евросоюза, в частности в Польшу. Это автобусы, которые ездят от электроэнергии. И тут, конечно, нужна была бы государственная поддержка, чтобы внедрить станции питания для этих автобусов, чтобы дать городам доступную цену на этот автобус. И мы тогда бы говорили, скажем так, об автобусах нового поколения. Не сегодняшнего, не вчерашнего дня, а завтрашнего дня. Но, увы, государство на это
внимания не уделяет, а города выживают так, как могут выживать. Я считаю, что в данной ситуации они поступают правильно. Мер Миколаєва анонсував, що до Дня міста на маршрутах може з'явитися, окрім старого парка, вже близько 40 от таких нових тролейбусів. От ви як фахівець, скажіть, що зміниться у транспортній інфраструктурі, коли пасажирські маршрути отримують відразу 40 одиниць такої техніки? Як вони будуть переорієнтовані? От смотрите, кожна одиниця тролейбуса большой вмістимості, це замена четырем маршруткам, которые бегают сейчас по улице. Во-первых, 40 троллейбусов большой вместимости, это сразу позволит убрать загруженных улиц города как минимум 120-150 лишних машин. Але ж вони не зійдуть з маршрутів. Вопрос заключается в том, что это регламентирующими актами, конкурсными процедурами исполком должен принять такие решения, потому что вопрос заключается в том, что горожане должны выбирать между более дорогими маршрутками и более дешевым муниципальным транспортом. Я думаю, что у города хватит, скажем так, ну, скажем, понимания ситуации, разобраться в ней и сделать правильное распределение потоков, чтобы перенасыщенность улиц, скажем так, небезопасными маршрутками сделать более-менее, скажем так, ну, более приемлемое для работы тролейбусов. Була така думка, принаймні я бачу таке в коментарях в інтернеті, що, мовляв, ці тролейбуси, вони габаритні, якщо їх буде забагато, що не приведи Господи, буде поломка, то він там пів проспекту загородить. Наскільки це така критична проблема? Я думаю, що це, ну, скажем так, немножко преувеличение. По крайней мере, как правило, в трамвайно-троллейбусных управлениях, скажем так, у них отлаженная система эвакуации транспорта, у них специальные есть буксиры. Я думаю, что это не больше, чем поломка обычного автомобиля. Просто что в Николаеве, надо сказать прямо, что есть проблема с шириной дорожного покрытия. Эта проблема есть. Но как раз покупка этих троллейбусов должна решить вопрос загруженности дорог. Я думаю, что только позитивно здесь надо рассматривать. Принаймні, ці нові Татри, перепрошую, Шкода, вони виходять по габаритам і по пасажирам місткості, вони абсолютно ідентичні нашим, тобто, принаймні, ті інженери, які з нами бесідували, вони запевняли, що проблем з ними не буде. Гаразд, давайте поговоримо дещо про інше. От зараз не втрачає актуальності тема корупції. От як часто ви у вашій діяльності, в вашій організації стикаєтесь з її проявами і як нівелюється це явище зараз? Знаєте, дуже такий всеоб'ємлюючий вопрос. Потому что коррупция в своих проявлениях, она бывает прямая коррупция, это когда того или иного должностного или чиновника заангажируют, и он принимает то или иное решение в пользу того или иного субъекта предпринимательской деятельности. Также есть косвенная коррупция, когда чиновник в сферу своих служебных полномочий должен принимать решение во благо громаде или, скажем, регулировать те или иные процессы, но, скажем так, он закрывает глаза и не принимает решения, которые должны были он по своим служебным инструкциям должен выполнять. Как бы не хотелось этот вопрос освещая, сказать, что хорошо или все плохо. Просто давайте как бы на фактах сами посмотрим, есть ли у нас связанная с транспортом коррупция в нашей повседневной жизни. Ну, наверное, ну, ни для кого не секрет, мы уже очень часто говорим, взять же те же южные автовокзалы. Предприятие не имеет официального отвода земли, это мы получили письмо из городского совета, что они не выделяли землю для расположения южного автовокзала. Предприятие существует, получило лицензию, получило классность, и фактически все, кто должны следить за тем, чтобы по закону работало предприятие, не видят ничего, что предприятие работает без выделения земли, без принятия решения о запуске этой автостанции, но работает, с нее отправляются автостанции не просто в пригород и межгород, а межобластные маршруты. Все делают вид, что это никого не касается, ни Укртрансинспекцию, ни чиновников фискальной службы, ни милиции. Нас это как бы немножко удивляет. Другой момент. В чем суть здоровой конкуренции? И в чем суть работников
той же правоохранительной системы, тех же органов исполнительной власти, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, чтобы для него были условия равны, независимо от того, скажем так, под какой звездой какой предприниматель родился, у него должны быть четкие правила игры на рынке. А когда одни предприятия уклоняются от уплаты налогов, а другие должны нести все бремя, мы ставим тогда предприятия в неравные экономические условия, и это не способствует развитию рынка. Почему сейчас по городу бегают убитые старые маршрутки? Потому что рынок не стимулирует развитие покупать новые маршруты. Потому что если бы чиновники, сейчас вот не хочется говорить, сейчас исполняет обязанности новый заместитель городского головы, который курирует транспорт, но если предыдущее руководство стимулировало бы предприятия покупать бы более удобные, более комфортабельные автобусы, и тогда проводила бы конкурсы и тендеры, и отдавала предпочтение бы этим перевозчикам, то мы сейчас бы на улицах города объявили совсем другую картину. А получается, какая картина? Вот мы передавали в фискальную службу, в милицию факты, как люди, декларируя свою доходную часть в размере там, энной суммы средств, за период, скажем, за первый квартал, только на приобретение горюче-смазочных материалов тратят в десятки раз больше. И мы им показываем, как если фирма обслуживает, например, 100 маршрутов, она в день проезжает там, 14 тысяч километров, умножаем на количество топлива, которое съедают автобусы, как может получаться, что он показывает те суммы, которые в 10 раз меньше, чем сама стоимость топлива. И что самое наше парадоксально, что правоохранительные органы не видят в этом нарушения. Получается, общественники, специалисты, им за них проводят их работу, служебные расследования показывают, что фактически идет уклонение от уплаты налогов. А это же, давайте скажем прямо, уклоняемся от уплаты налогов. Это потом влечет за собой. Это качество наших дорог. Это нехватка средств для нашей социальной сферы. И просто когда одним создаются условия паразитирующие, то потом трудно заставить других работать в правовом поле, когда они видят на примере, что можно пойти договориться с чиновником. Безнаказанность. Безнаказанность. Поэтому я надеюсь, что нынешнее руководство и города, и области уделит особое внимание этим процедурам, чтобы вот эти и автовокзалы, и клоны, и предприятия, которые с них отправляются, которые фактически уклоняются от уплаты налогов, чтобы к ним было пристальное внимание, и все-таки деньги попали в бюджет. Скажіть, будь ласка, за великим рахунком пасажир, який їде, наприклад, з Миколаєва в Одесу, він часто не звертає уваги. Тобто маршрутка підійшла, вільні місця є, всі ві поїхали. Тобто, як закон капіталізму, да, спрос рождає предложення. Тобто, самі люди, значить, вони не звертають на це уваги, але ж від цього, в першу чергу, і вони не застраховані. Я так знаєте, от це якраз проблема нашої власті. Тому що власть і чиновники, і правоохранительні, человек не обязан думать, подъехала законная маршрутка или незаконная маршрутка. Априори вони повинні всі бути в правовому полі. Проблема в том, что государственный механизм регулирования не действует. И в том, что получается, что наравне с легальными маршрутками и с легальными автовокзалами существуют нелегальные автовокзалы, с которых отправляются автобусы, которые не продают людям билеты. А не продавая человеку билеты, мы его не страхуем, его жизнь, если, не дай бог, с ним что-то случится. Государство фактически снимает с себя всю социальную ответственность за жизнь этого человека во время движения. А это неправильно. Вот мы о чем говорим. Вот здесь государственная машина контроля за жизнь, за обеспечением качественных услуг, и в первую очередь это связано с жизнью человеческой, скажем так, прямо скажем так, не дорабатывает. Я могу прямо сказать, что это, ну, просто хочется задать вопрос, а что делает у нас Укртрансинспекция в Николаевской области, как и в других областях? Их задача не собирать мзду с предприятий перевозчиков, а следить, чтобы они выполняли нормы закона. От ви кажете, торкнулись питання того, що треба було б поставити таку умову або завдання, да, відповідний парк обновити. Ну а то якщо трапиться така ситуація, фірма-перевізник скаже, у нас немає оборотних коштів, нам не дають нормальні кредити, у нас немає автобусів, і що тоді змуситься розірвати угоду з цим перевізником і фактично оголити якісь напрямки міських перевезень, чи це такої ситуації не трапиться? Я вам хочу сказати, що якщо пропишуться условия, де зможуть участвувати мелкі перевозчики, скажімо так, робити пакети не по 30-40 там і більше автобусів, а скажімо так, сісти за стіл з перевозчиком, сказати: «Дорогі наші, ми проводимо конкурс, ми вам даємо, ви даєте на місце обов'язки, якщо в течение года
двух лет, вы не покупаете новый подвижной состав, с вами договора будут разорваны и будет проведен повторный конкурс. Они, перевозчики, либо возьмут на себя инвест обязательства, если они скажут, что нет, экономически нецелесообразно, тогда и на месте городских властей бы пошел бы путем, раздробил бы на более мелкие пакеты, по 5, по 10 машин, и обратился ко всем желающим, кто хочет инвестировать в транспортную инфраструктуру. Если вы готовы инвестировать, приобрести новый подвижный состав, участвуйте в конкурсе. Город будет приветствовать это. Но поймите правильно, у нас сейчас в городе, скажем так, 10 крупных перевозчиков, которые монополизировали весь рынок городских пассажирских перевозок. Фактически они никого на этот рынок не пускают и сами ничего не делают для европейского развития рынка пассажирских услуг. И это учитывая то, что в Николаеве не самый дешевый проезд в городских маршрутках, а, можно сказать, один из самых дорогих по Украине, если брать аналогичные города до полумиллиона населения. Ну, я бы в Запоріжжі там 700, здається, 1800, там теж 4 гривні. Ну, в том же Херсоне 3,50. Угу. Вопрос, это вопрос риторический, здесь можно спорить, можно не спорить, но вопрос заключается в том, что у нас еще на маршрутах в два раза больше маршруток, чем положено быть. Это тоже вопрос. Это теж те, что не ведется облик. Ну, это просто то, что при вседозволенности просто директора предприятий просто паразитируют на этом рынке. Дякую за коментар, ми повернемось до цього ще пізніше. Скажіть, будь ласка, таке питання. Департамент транспорту Мінінфраструктури України нещодавно вийшов з ініціативою ввести зміни до наказу номер 700 і фактично скасувати станційний збір. От яка ваша точка зору? Що це спричинить і чому це так? Ви знаєте, уви, у нас спеціалісти Міністерства інфраструктури не завжди обдумано підходять к тим или іншим речам. І у нас, коли говорять, що какая-то реформа, это не обязательно, что эта реформа обернется для человека хорошо. Что фактически, простым языком говоря, что предлагает Министерство инфраструктуры? Министерство инфраструктуры предлагает фактически отменить станционный сбор. Что это подразумевает? Это фактически закрыть автостанции и дать волю всем перевозчикам, которые ездили фактически и так в нелегальном поле, а то загнать всех в нелегальное поле. Потому что объект инфраструктуры автостанция, она же является и контролирующим органом в какой-то степени. Она продает билет, она контролирует соблюдение графика движения перевозчикам. А нам предлагают механизм. Давайте пойдем популистическим путем, закроем автостанции, потому что они без станционного сбора не выживут. И тем самым дадим дорогу, скажем так, нерадивым перевозчикам. Но я считаю, что это просто, мягко говоря, просто неумный подход в законодательной сфере. Мы высказали свои замечания и сказали, что, по крайней мере, ничего с адекватной ситуацией на рынке пассажирских перевозок это не имеет. Это просто в угоду каким-то политическим конъюнктуре или просто кому-то захотелось, кому-то понравится, я не знаю. Но с точки зрения здравого смысла никакой логики этот изменение не несут. Станционный сбір – это критичное питание для автостанций? То есть, фактически, они за рахунок цього и дотации, я так понимаю, они функционировали. Насколько он важливый для станций? Станционный сбор – это стопроцентная их самоокупаемость. Потому что никакой дотации автостанции не получают. Это перевозчики получают дотацию из бюджета за перевозку льготной категории населения. Поэтому ни в коем случае инфраструктуру, которая есть, разрушать нельзя. Ее можно модернизировать, улучшать, но не разрушать. Но это потребует грошей. Ну, будем надеяться, при государственном подходе у нас будут деньги. Дякуємо. Що ж, на цій ноті ми, напевне, будемо ставити крапку. Шановні глядачі, ви дивились програму «У полі зору транспорт». З вами був журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні про актуальні питання транспортної галузі нам розповідав експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури Ігор Житінський. Дякуємо вам за участь у нашій Спасибо. Програмі. До зустрічі в ефірі.